Сегодня мы здесь посадили дерево. Это дерево – символ для дружбы наших вооруженных сил. И я надеялся на то, что наше сотрудничество, наша дружба между двумя вооруженными силами и между двумя сторонами, ну, как это дерево, ну, успешно растет. Белоруссия – это очень красивая страна. Сравнивается с нашей стороны, это первое чувство, ощущение, чувство, что здесь много леса. И здесь народ вот добросовестный. Республика Беларусь всегда была площадкой для переговоров, всегда выступали за мир. Мы мирные люди, но мы можем постоять за себя. Но лучше сажать деревья, лучше договариваться за столом переговоров, чем смотреть в прицел друг друга, чем воевать друг с другом. Поэтому я очень надеюсь и рассчитываю, что военные атташе, которые здесь присутствуют, они с различных стран, и Запада, и Востока стран, они непосредственно расскажут и донесут своим военным ведомствам, своим народам о том, кто такие белорусы, к чему они стремятся.